уважаемые форумчане. Как я обещал, я нахожусь у соседа, показываю вам его куст, которому приблизительно, думаю, 40 лет. С собой взял метр. О, где-то получается 20 сантиметров. Значит, одна сторона, одна рукава. Тут вообще-то два рукава идут в эту сторону. Основная рукава идут вот сюда. Значит, мы это не будем посчитать, сколько тут винограда. Думаю, будет вам виднее тут сколько есть. Я вот смотрю, приблизительно, ну, 80-100 килограмм только на этом стороне есть. Теперь мы переходим сюда. Значит, сюда получается, я посчитаю, сколько огромных рукава идет сюда. Раз, два, ну это не считаем, три, четыре, пять, шесть, сюда уже семь, отсюда уже идет седьмой. Честно говоря, приблизительно где-то, ну, метра три посчитали, уже 100 гроздей мы посчитали. Это практически, думаю, невозможно грозди посчитать. Ну, давайте по порядку, по очередности. Аристе. Аминая. Асенс, кокиц, парнелов, сездан, дахталицис. Поркхау, нерева. Элифраги. Я вот тут с хозяином посчитали, сколько квадратных метров площади занимает. Значит, та рукава, которая идет в ту сторону, мы это не посчитали. Мы именно это основная рукава посчитаем. Это вот с собой взял метр. Трубить. Ну вот, где-то приблизительно тут заканчивается. Вот. 420 тут. Теперь длину. Теперь мы будем теперь длину померить. 5 метров у нас метр. Параметривера. Сюда уже 5. Тут можно еще до самого корня. Ну вот, еще где-то 1,50 м. Получилось 5, 1,5. 6,5 так. И 4,20 так. Вот и посчитайте. Это уже мы не считаем то рукава, который идет сюда. Мы именно основную посчитали. Думаю, наш оператор аккуратно показывает вам грозди. Вот отсюда, вот до сюда. И это где-то до сюда. Это уже получается где-то 1/5, даже 1/6 часть основного куста. Тут уже 140 гроздей, так их вы посчитали, так их вы гроздей. Они сейчас приблизительно больше 700 граммов, но вы не забудьте, что еще им месяца полтора расти. Только вот этой части вот столько гроздей. Это еще раз говорю, 1/5, даже я скажу 1/6 часть основного куста. Выводы давайте делайте сами. Укрывают вот эту махину очень легко. Хозяин вместе с родственниками приходит сюда, помогает. Половина землей засыпывают, половина пленкой. В общем, что попало под руки. Сюда никакой, я не знаю, как вам это объяснить,
шпалеры такой, вот что всегда вот схему вы ложите, а вот всегда Костя все это делает. Тут, в принципе, получается свободный какой-то вариант. Я даже не могу объяснить. Просто куст подняли наверх и потянули. Сколько идет. Ну вот и результат. Я же говорил, виноград Божий дар. Просто надо правильно с ним обращаться. Хозяину спрашиваю регулярно, ты сколько берешь отсюда винограда? Он подтвердил мои слова. Это я на глаз посмотрел. Он подтвердил, что 400-500 килограмм каждый год регулярно. Думаю, вы сами видите, что тут делается, сколько винограда. Ну, просто не могу я. Это надо самому смотреть. Просто самому посмотреть, убедиться сам. Это еще не предел. В соседних селах до 700-800, но их стволы винограда такие вот. Больше с полметра, ну, скажем, 60-70 годов их кустам. До сих пор они плодоносят. Так что попробуйте. Ну все, удачи всем, хорошего урожая. До свидания.